серебряный дождь падал вниз. Не бойся меня, я не прощу тебя, Эльдар. Кто ты? Настоящая бабочка. Это просто твое волшебство. Твоя улыбка — это волшебство. Как бы я хотел оказаться этой бабочкой в твоих нежных руках. Мияги! Не противься мне. Ты пленила меня с первого взгляда. Так ответь же за свое деяние. Поклянись, поклянись, люби мне, я поверю. Тогда клянусь, клянусь самим собой. О, милая, только бы ты меня любила. Лучше бы умереть, чем устроить жизнь без тебя. Мой дивный цветок. Мама, пролети, уходи, уходи. Постой. Чего ты хочешь от меня? Я хочу тоже любовную клятву взамен мою. Клянусь и телом, и душой, что всю жизнь к твоим ногам не положу. Держи. Оно будет напоминать, иду, оно будет напоминать о нашей любви. Уходи, матушка, вас минута придет. Когда я смогу тебя увидеть? Завтра приходи в то же время. До свидания, Ранс. Да, мама. Миюки, вот ты где. Ты почему не отзывалась? Я не слышала, мама. Послушай, у меня к тебе есть разговор. Ты уже достаточно взрослая. В твоих годах я уже носила тебя под сердцем. Мы с отцом нашли тебе прекрасную пару. Его зовут Йоширо Мисакава. Он будет замечательной партией. Но я же его никогда не видела, мама. Это не столь важно. Он красивый, молодой. Он обязательно понравится тебе. Мама, я не хочу, я люблю другого. Это никого не интересует. Но послезавтра он приедет, и мы сыграем свадьбу. И никаких «но» тема закрыта. Но, мама! Прости, так будет лучше. Для нас всех. У вас что-то случилось? Нет, все хорошо. А по вам и не скажешь. Вы кого-то ждете? Да, жду. Мияги обещал прийти. Мияги? Да. Вы знакомы? Как сказать? Что с ним? Что с ним случилось? Ну не молчите, говорите! Сегодня утром он отправился воевать. Нет, этого не может быть. Вы что-то попутали. Он самурай, а у них есть обязанности военные. Днем и ночью они в лагере. У них нет свободного времени. Они уехали сегодня утром. Нет, это не может быть! Простите, но не пора. Ждите, и он вернется. А у него будет воевать. Я ничего не вижу. Что это? Серебряный дождь падал вниз, и бедный юнок вдруг промок. Какая прекрасная песня. Кто здесь? Не пугайся, меня зовут Нагиса. Я хозяйка чайного дома. Нагиса, красивое имя. Спасибо, а что за песню ты поешь? Она моя любимая. После того, как мы расстались, я слепа. Единственный способ не выжить — это петь. Я надеюсь, что он когда-то услышит меня и найдет. Бедняжка, тебе, наверное, тяжело жить совсем одной. А другого выхода нет. Ошибаешься. Я как раз ищу певицу для моего чайного дома. У тебя прекрасный голос, и я сочту за честь, чтобы стала ты певицей. И вы меня правда возьмете? Конечно. Спасибо. Не за что. Вставай, дитя мое. Пойдем. Хочу представить вашему вниманию нашу новую певицу Асагао. У нее трогательная судьба и очень прекрасный голос. Пой, дитя мое, пой.
Я сыграл. Пой. Мияги? Да, Мияги. Это я. Я верила, я знала. Я... Прости меня. Прости. Я приехал, как только смог. Тебе нет зачем извиняться. Ты нашел меня. Нашел, но не уберег. Прости меня. Я люблю тебя. Никогда больше не покину. Мияги, будь моей женой. Да, конечно, да. Я никогда тебя не больше осагала. Так я забыла. Так я забыла. Мияги это вырезала. А Асагала?